Сегодня пресс-конференция, вернее, мы пригласили специалистов миграционной службы для того, чтобы разъяснили ту ситуацию, которая складывается на оккупированных территориях с получением тех документов, которые, не знаю, или имеют, или не имеют силы. Об этом нам расскажут эксперты. То есть есть люди, которые уже достигли 16-летнего возраста. И так как на оккупированной территории свои функции не выполняют государственные органы, то кто перебирает эти функции? И, в принципе, харьковские центры превращаются в региональные центры обслуживания. Поэтому вот обо всех подробностях, связанные с этими вопросами, мы решили выяснить у наших экспертов. Инга, вы или вы, Екатерина, первая? Я думаю, что всем доброго дня. Распочну розмову я, а потім ми по ходу вже будемо підключатися, які будуть запитання або коментарі. Якщо можна, на російському. Як вам зручно буде? Зручно так і так, ну, більше можна. Можна спросити у журналістів, на якому язикі будемо вести прес-конференцію? По-русски. Русский, да. Если можно, тогда... Дякую за увагу. Хотілося б нагадати, що наше головне управління Державної міграційної служби України проводить більшість роботи, яка пов'язана на сьогодні з вимушеними так званими переселенцями. Це дуже важлива на сьогодні робота. Вона пов'язана не тільки з оформленням документів, поновленням документів, реєстрацією місця проживання, реєстрацією місця перебування, з видачею, оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Але і багато питань, які пов'язані з якимись іншими, реалізацією інших прав цих громадян. Також надання можливих консультацій і багато іншого. Або коригування таких осіб, які звертаються до служби, до інших органів влади, які можуть допомогти у реалізації їх прав та свобод. Зараз я хочу передати слово Екатерині Олександрівні, яка надасть невелику статистику на сьогодні, скільки таких осіб звернулися до служби. Здравствуйте. По состоянию на 13 мая 2015 года по оформлению паспорта гражданина Украины к нам обратилось всего 3115 человек. Из них из Луганской области 1628, из Донецка 1376. По регистрации места проживания и пребывания обратилось всего 7229 человек. Из них Луганская область 2769, Донецк 3752 человека. По оформлению заграничных паспортов гражданина Украины обратилось всего 17 тысяч, из них из зоны АТО 16 400 человек. По представлению отметок о регистрации места пребывания в справках вынужденного переселенца всего обратилось 32 тысячи. Из них Харьков – это 22 500, все остальные – это по Харьковской области. Ну, ще можна сказати про те, що всі територіальні підрозділи на російській, всі територіальні підрозділення Государственної міграційної служби України в Харківській області працюють і націлені на непосредственно прийом даної категорії ліц в першу чергу і оказання максимальної допомоги. Естественно, всю работу, которую мы проводим в этом направлении, мы строим максимально удобно для обращения таких людей, естественно, в рамках правового поля и согласно действующего законодательства, которое на сегодня регламентирует эти процессы. Очень много мы наблюдаем тенденцию, много обращений таких людей, это Московский район и Дзержинский район, там где массовое население, вот как переселенцы, они фактически там в большинстве этих районов проживают. Естественно, они получают соответствующую справку, которая дает им, она называется довідка про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України.
И после получения в местных райдерш-администрациях такой довідки взяття на облік, они уже обращаются непосредственно по фактическому месту проживания в территориальное подразделение для проставления штампа в этой справке, где они указывают фактическое проживание на административно-территориальной единице в пределах Харьковской области. Это то, что как бы входит в наши обязанности. Есть специально люди, которые уполномочены и ведут непосредственно работу с такими людьми. Чтобы не создавать какого-то ажиотажа либо очередей, естественно, эти люди в первую очередь обслуживаются, и максимально предоставляется административная услуга. В том числе, что касается 16-летних детей, впервые которые получают паспорта гражданина Украины, то есть это документ, который удостоверяет личность и принадлежность к гражданству Украины. Естественно, ребенок, впервые который прибыл уже и хочет в дальнейшем обучаться на территории Украины или в другом каком-то вузе, он впервые получает паспорт. Естественно, проблем не существует. Ближайшее территориальное подразделение обращается, подает документы, предусмотренные в этом случае. Естественно, это свидетельство о рождении, фотографии, заявление на получение паспорта. И впервые ему оформляют паспорт, переносят туда информацию о его прежнем месте проживания, это или Луганская область, или Донецкая область. То есть, в принципе, право его как бы реализовывается таким образом. Что касается восстановления документа, утерянных на территории прежнего проживания, либо уже по прибытию здесь, то же самое человек может обратиться по восстановлению документа. Все возможные в наличии, которые есть на сегодня, он документы предоставляет. А потом уже происходит процесс последовательный, технологический. И по результату он получает уже готовый документ, паспорт, который он может уже использовать для своих целей, в том числе и для гражданско-правовых каких-то сделок и так дальше. То есть это касается вопросов, которые связаны непосредственно с возобновлением документов, либо получением их впервые. Что касается вопросов регистрации места проживания на территории Харьковской области, существует единый порядок для всех. Если есть возможность, у кого-то есть свое жилье здесь, либо родственники, которые могут зарегистрировать у себя этих людей, они подают правовые документы, предусмотренными перечнем, и, естественно, могут зарегистрировать место проживания. Есть возможность обратиться по регистрации места пребывания, то есть это до полугода нахождения может быть зафиксировано, но это не обязательная процедура. Что касается регистрации именно по справкам о взятии на учет, это немножечко другого рода регистрация, то есть она предусматривает фиксацию фактического на сегодняшний день проживания, то есть на определенное время, то есть до полугода. Справка эта выдается органами социального захисту населения, она действует в течение полугода. И, естественно, с 18 марта 2015 года уже мы вносим информацию о месте фактического проживания граждан этой категории без ограничения срока регистрации. Естественно, они таким образом, имея такой статус, такой документ, и могут любые свои права реализовывать, какие им необходимы в этом случае. Я думаю, что там может быть Екатерина Александровна, там более практик. А, еще хотела сказать, у нас очень много тоже обращений идет на горячую линию. То есть люди звонят не только по вопросам, связанным с непосредственной нашей деятельностью, но и по разным вопросам. Даже зачастую бывает, не знают, куда обратиться. И, естественно, Екатерина Александровна, она более детально рассказывает, объясняет, куда человеку, даже вот с вокзала бывает, звонят проездом, не знают, где, куда им обратиться,
поставки органов и так дальше. То есть всяческая помощь возможная оказывается в плане даже консультации, направлений и так дальше. Ну, вот вкратце можете какой-то момент рассказать более такой вот серьезный. Какой момент? Что у нас инвалиды бывают, приходят люди сами и с разных инстанций направляют именно почему-то к нам. Даже вопрос может и не касаться каких-то моментов по деятельности, по работе. В отношении проставления отметок в справках вынужденных переселенцев есть такие случаи, когда люди инвалиды, они сами не передвигаются, и принимаются решения начальником территориального подразделения миграционной службы, выходят на дом, действительно удостоверяются, что человек жив, что это он, и проставляют на дом. Что это такое? Ну, тогда перейдем к вопросам. Можно вопросы пойдем? Да, вы сразу. Вы сказали, что в том числе и восстанавливаем паспорта, которые были утеряны. И, сколько времени занимает восстановление паспорта? И как это вот отображается, когда в любую инстанцию нужно сдавать документы? Есть ли какой-то незаменитель паспорта, какая-то справка подтверждающая? Месячный срок предусмотрен восстановление документов, потому что это предусматривает определенные проверки и получение ответов с разных инстанций, которые подтверждают какие-то факты, необходимые для принятия решения. Естественно, человек при подаче заявления может написать заявление о выдаче ему временного удостоверения гражданина Украины. Пока сам процесс происходит, оформление документов, что дает ему это временное удостоверение гражданина Украины, оно предусмотрено порядком оформления. И оно дает ему право, может быть, обращаться действительно, пока процесс происходит, и какие-то инстанции. Во всех вот этих инстанциях, в управлении социальной защиты для оформления пособий и тому подобное, он может с этим временным удостоверением временное удостоверение может обратиться, пока идет процесс оформления паспорта и время. Может быть, затянуться в каких-то моментах, еще до 2 месяцев, может быть, продлено рассмотрение этого вопроса, это связано, может быть, с получением ответов, то есть не получением своевременно ответов, какие-то, может быть, сложности, проверка достоверности поданной информации и так дальше. То есть, может быть, до 2 месяцев в каких-то случаях. Да, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, я так поняла, что практически каждый обращающийся может получить паспорт гражданина Украины, правильно? Да. Вы говорите, проверяются какие-то факты. Интересно, какие факты при этом проверяются. И, судя из того, что вы сказали, они больше стремятся получать загранпаспорта, чем паспорта граждан. Да, тенденция такая наблюдается. Наблюдается. Да, вот не можете сказать, почему так происходит? И когда молодые ребята получают паспорта, то есть проверяются родители, кто они, где они находятся в данный момент, или, так сказать, для украинского законодательства сохранение прав гражданских это не имеет значения. То есть мы выдаем паспорта, вот меня интересует вопрос, мы выдаем паспорта всем желающим, прибывшим из оккупированной территории. Правильно я понимаю? Нет, неправильно вы понимаете. Вы обобщаете. Вы обобщаете, есть конкретные ситуации, когда, допустим, требуется и процедуру провести установление личности, если не подтверждается никаким документом и нет ни единого документа, это я имею в виду по восстановлению для взрослых, там, естественно, проводится процедура, если невозможно установить, кто перед вами. Это идет речь, если человек приехал, конечно, у него нет с собой никаких документов, полностью нет, да, то есть сгорели документы, там остались там и так дальше. Естественно, вот это я имею в виду, что или у него есть паспорт ДНР, и он получает при этом паспорт Украины. Мы не знаем, что у него есть. Понимаете, человек обращается по конкретному вопросу получения паспорта гражданина Украины. А что у него есть где-то, это абстракция, то есть мы эти вопросы не касаемся. То есть он обращается с определенным вопросом: получить, восстановить или впервые получить паспорт.
Что решающим фактором является для того, чтобы принять положительное решение? Есть его заявление, которое обязательно принято к рассмотрению. Есть установленный месячный срок, когда дается время для того, чтобы проверить всю информацию, которую человек подал о себе, действительно ли она подтверждается, и в том числе и место проживания его на предыдущем адресе. Если это все соответствует той информации, которую изначально человек первично подал, тогда принимается положительное решение и выдается документ. Просто так всем желающим, как вы говорите, это невозможно, потому что есть определенные факты, есть у нас положение о паспорте гражданина Украины, что это право гражданина получить паспорт. В случае впервые, в том числе, никто не ограничивает это право, тем более, что люди могут обратиться, которые вынуждены были покинуть эту территорию, в ближайшее и им удобное подразделение, для того, чтобы вот это право свое восстановить, будем так говорить, если оно при таких обстоятельствах утеряно. И скажите, пожалуйста, по Харьковской области есть у вас статистика больше временно зарегистрированных или постоянно зарегистрированных? Больше, по-моему, постоянно. Постоянно. Но это те люди, у которых есть родственники здесь, либо которые купили недвижимость. То есть у них есть правовые документы, которые уже дают им возможность зарегистрировать свое место проживания по конкретному адресу. То есть мы регистрируем не человека, а адрес, заявленный гражданином, его проживания на данной территории, допустим. То есть если нет возможности, вот как тоже у нас по пребыванию, да, то есть временное пребывание на сегодня, оно тоже предполагает согласие собственника жилья, который в данный момент предоставил это жилье, на фиксацию адреса проживания в данный момент на определенное время данных людей. А вот сама справка, ну это как бы мы понятие разделяем, сама справка, она дает возможность вообще гражданину, который стал на учет и зафиксировал, ну, сообщил официальному органу свой адрес фактического нахождения и проживания на сегодня, дает возможность ему уже обращаться во все инстанции и по разным вопросам. То есть как бы формально статус он получил такой. Есть возможность при определенных обстоятельствах, да, продлевать еще на полгода эту справку, то есть соцслужбы продлевают, ну, если в случае подтверждения, да, что они вынуждены были покинуть и так дальше. И продлевается, естественно, регистрация места фактического проживания в этой же справке. А можно, была такая ситуация, когда полностью документы сгорели при выезде, вот временно перемещенные, ну то есть попали под обстрел, и полностью все, и детские, и взрослые документы сгорели. Вот меня просто интересует другая сторона, как вот человек в Харькове, который практически не имеет знакомых и свидетелей, которые бы подтвердили его гражданство, украинское гражданство, какая процедура получения украинского паспорта? Ну, фактически такая же, как и для всех, но есть вот такие нюансы, когда человек, ну, допустим, если негде остановиться, вот у нас были люди, по-моему, вообще проездом с вокзала, да, то есть буквально ехали, высадили с поезда, кому-то там надо было фотографию вклеить, мы в ближайшее подразделение Ленинского района отправляли людей. Вот были ситуации, когда тоже вот мужчина уже пенсионер, абсолютно не имел никаких документов, кроме вот у него сохранилась трудовая и пенсионная. И тоже он хотел ехать к родственникам своим, но без документов, естественно, он не смог. И обратился он по месту фактического своего проживания. То есть какие-то, вы говорите, знакомые. Вот даже он мне рассказывал, что женщина, ну, сердобольная какая-то, его приютила на какое-то время в Орджоникидзевском районе, и там он обратился по восстановлению документов. Естественно, ну, как бы ответы, запросы, подтверждения, установление личности, то есть идентификация лица, это обязательно в этом случае процедура. В принципе, использование регистрационных баз, допустим, которые на сегодня существуют, которые в том числе и реестр выборцев, которые подтверждают какую-то информацию. То есть у нас как бы возможности есть,
это абсолютно запрос и ответ, это безоплатная процедура, это, ну, как бы информационная переписка между органами, которая дает возможность, как бы, восстановить картину и принять решение согласно действующего законодательства. Да. Пока на сегодня у нас еще не было случаев таких, чтобы было негативное решение принято. Или отказ, допустим. Если это отказ, он должен быть мотивированный ссылкой на нормы действующего законодательства и с конкретными аргументами и разъяснениями, что человеку делать дальше. Может быть, это не гражданин Украины, это как в процессе, допустим, проверки будет установлено, что он лицо без гражданства может быть. Поэтому вот в этом случае может быть отказано в оформлении паспорта. Есть еще вопрос? У меня уточнение, сколько вот на сегодняшний день с момента начала антитеррористической операции в органах миграционной службы Харьковской области зарегистрировано временных переселенцев на 13 мая? Какая цифра сейчас? Зарегистрировано? Да. Вы имеете в виду регистрацию места проживания и пребывания? Официальных временных переселенцев. Мы не фиксируем временных переселенцев. Мы фиксируем по каким услугам? Адрес места проживания. Учет временных переселенцев ведет облдержадміністрація, то есть орган с питанием социального захисту населення. Да, а мы фиксируем обращение граждан, официальное обращение граждан, которые заявили официально о себе орган, о том, что я фактически на сегодня проживаю по такому-то адресу. Вот эта цифра у нас есть на сегодня, и мы ее озвучивали. Можете еще раз? Да, пожалуйста. 7229. Это всего. Это из них области, правильно? Да, это по области. Из них Луганск 2769. Донецк 3752. По городу нет или по случаю? Это в общем и области города. И еще хотелось бы услышать, вот все-таки в анонсе указано о том, что вы расскажете о том, имеет ли какую-то силу паспорта ЛНР и ДНР. Вот хотелось бы узнать, что это за бумажка такая. Я могу ответить на этот вопрос, но немножко в другом ракурсе. Потому что, еще раз повторюсь, мы действуем только в рамках существующего законодательства Украины, как и, впрочем, все органы исполнительной власти на сегодня. Ну, раз вас это интересует, только единственный ответ могу дать. Это статья 1 закона Украины про забезпечення прав и свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Эта статья говорит о том, что окупована територія України є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та інших законів України. Что касается статьи 9 этого закона, там четко дается понимание того вопроса, который вы задали. Это деятельность органов и посадовых осіб, службовых осіб на тимчасово окупованій території вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Все, що там видається, естественно, это как бы есть єдина Україна, єдиний закон, который распространяется на всю территорию. Ни разу не видели таких документов. А если нам придут, какие есть? Да. Просто да, ситуация достаточно. Мы не видели переписку с тимчасово окупованной. Нет, ну, допустим, ситуация к вам приходит, человек предоставляет этот документ. Какие вот действия? Это в априори? Это как... Ну да, теоретически можно предположить. У вас есть какая-то установка, как надо действовать в такой ситуации? Давайте его вызвали. Боже, еще... Человек приходит с этим паспортом и говорит, я хочу получить украинский, у меня вот есть вот такой вот документ, там, я гражданин непризнанной республики. Вообще мы как бы с такими вопросами не сталкивались до сегодняшнего дня. Даже вот интересно, так как вы подводите к этой теме, мы не видели таких документов. Фамилия, имя, отчество. Ни разу не обращались. Сейчас какая ситуация? Выдаются там паспорта. Украинские паспорта, мы все слышали, да, украинские паспорта этими людьми уничтожаются. На границе с Россией с такими паспортами
не пропускают я людей. Я поняла ваши мысли, да, но скорее всего... Вот, смогут ли они заехать на подконтрольную Украине территорию? Это вопрос больше, я думаю, пограничник, миграционная служба, потому что у нас свобода передвижения, свободный выбор места проживания в Украине, поэтому эти процессы мы не контролируем. У нас по полномочиям и функциям не входят такие вопросы. А можно спросить, смогут ли они вообще заехать на нашу территорию? Любой человек, который физически уже находится здесь, естественно, с документами или без, он уже физически здесь, и он имеет право на любое обращение, любой орган. А уже в процессе, вот, тогда могут быть какие-то нюансы и установлены, если таковы будут. Есть вот у вас какие-то установки, должностная инструкция, серии там отобрать, сжечь этот паспорт, или обратиться в какую-то службу? Там. Абсолютно. Каждый действует в рамках своих компетенций и полномочий. Просто отказать. Человек дает паспорт ЛНР, там ДНР, и говорит, дайте мне паспорт Украины, я жил там. Вы отказываете? С такими вопросами у нас не обращаются. У нас служба работает по вопросам оформления паспорта гражданина Украины. Только по этим вопросам мы можем рассматривать какие-то взаимоотношения между гражданином и организацией. То есть этот документ не является поводом для выдачи паспорта гражданина Украины, правильно? Конечно. Право гражданина на обращение и получение. А что там он себе нарисует или кто-то ему выдаст, это уже как бы не относится к сути вопроса. Если он получил, допустим, в Луганске паспорт о том, что он является гражданином ЛНР, да, условно? Не принимается. Но, по факту, конечно. Он не выходил из гражданства Украины, он является гражданином Украины, но паспорт утерян. Естественно, он может восстановить конечно, он может свой восстановить. Украинский паспорт, независимо от того, что ему там дали. Конечно, верно? Да. Если информации нет о том, что он добровольно оформил процедурно выход из гражданства Украины, то есть он в правовых отношениях с государством Украины является гражданином Украины. Потеря или уничтожение самого банка паспорта не является выходом из гражданства. Конечно. А скажите, пожалуйста, статистика у вас есть матери-одиночки с оккупированных территорий? В каком количестве такую статистику получают новые дополнения? Мы не ведем такую статистику. Может быть, это ближе к органам соцзапроса. То есть них... обращаются? Да, обращаются. И матери-одиночки обращаются. Ну, сколько бы было? Было случаев, ну, то, что я видела из практики, да, при мне были обращения, это было 3 человека. Были обращения многодетных матерей, вот, 3 детей, по-моему, девочки было, тоже было такое. То есть мы помогли ей с регистрацией места пребывания, ну, то есть вы можете чтобы сказать, получить что социальную помощь. Мнение, да? Не можем этого сказать, мы не ведем такую статистику. Мы ведем статистику только по обращениям и по восстановлению документов, оформлению и регистрации места проживания, которое обращается официально. Есть, может быть, люди, которые действительно живут и не обращаются, но тоже как-то невозможно установить, сколько их таких. Ну еще одно уточнение, опять же, по этим паспортам. Если человек все-таки обращается, получает паспорт этот ЛНР, ДНР, получение паспорта другого государства является автоматически отказом от гражданства Украины или нет? Не является. Смотрите, у нас статья 3 закона о гражданстве Украины определяет, кто является гражданами Украины. И если гражданин добровольно принял гражданство другого государства, опять-таки добровольно, то он в правовых отношениях в любом случае остается гражданином Украины до того, как он не будет лишен этого гражданства. То есть, статья 19, либо самостоятельно. То есть статья 19 закона о гражданстве. То есть либо он самостоятельно оформляет этот выход, либо собранное документальное подтверждение, что он добровольно приобрел гражданство другого государства. И, естественно, только после указа президента о лишении его гражданства Украины он уже перестает быть гражданином. Каждый гражданин это... должен быть только указом президента. Конечно, у нас в Украине единое гражданство. А скажите, пожалуйста, есть ли основания для какого-то принудительного лишения гражданства? Да, вот. Законом это предусмотрено. А какие это случаи? Можете сказать, какие это случаи?
Не могу сказать, потому что надо законно видеть о гражданстве сейчас, вот, чтобы специфику вам... То есть они есть? Есть, да? Законом это предусмотрено, да, но таких случаев я не помню за всю практику. Было у нас несколько случаев, когда вот речь идет о добровольном приобретении другого, были документально подтвержден факт, и приходили указы, и если человек, указ президента о лишении его по этой... по этому именно вопросу гражданства. И если человек желал проживать в дальнейшем на территории, он должен был оформить уже документ, разрешающий ему право проживания на территории, как уже иностранцу. Потому что статус меняется в этом случае. Если нет, значит, он обязан покинуть территорию Украины. Какой срок он должен покинуть, не гражданин Украины? То есть есть выезд, регламентация пребывания не гражданина Украины на нашей территории? Месячный срок, по-моему, насколько я не понимаю. У меня уже с разных отраслей право спрашиваете вопросы. То есть мы как бы движемся в одном ракурсе, а тут параллельно. Если не гражданин, весь спектр вопросов. 3 месяца в рамках 180. Да, да. Ну это если временное нахождение. Да, временно. А если там статус, ну, там чуть по-другому. Еще вопрос. Можно оформление документов. Если, насколько я понимаю, никаких связей, никаких запросов в Донецком, Луганском, то, что официально есть там органы, которые на сегодня работают, такие же органы, как в Харьковской области, естественно, с ними есть взаимоотношения и порядок ведения, допустим, документа оборота, и получения информации под контролем Украины. С ними мы как бы работаем по взаимодействию, то есть получению необходимой информации и так дальше. С теми органами, которые молодочек называют, никаких контактов, связи не поддерживаем и во внимание никакие документы не принимаются. И еще вопрос. Уточнить, может, я прослушала, сколько детей из временно оккупированных территорий здесь у нас в Харьковской области оформлены паспорта? 16 лет, которые уже... 16 лет, есть какая-то? Отдельно мы не поделили. Отдельно мы не потеряли, но если надо будет, да, дополнительно, как бы мы подготовим. А скажите, пожалуйста, для вот этих ребят предусмотрена какая-то льготная процедура? Потому что вы говорите, в течение месяца, а они на той территории прибывают. Вы знаете, все наши сотрудники нацелены на как можно быстрее оформление таким детям документов, причем в очень сжатые сроки, до 10 дней, а зачастую, если там какие-то, может быть, обстоятельства семейные имеют значение, значит, тогда уже решение принимается быстрее. Тем более это сейчас вот может быть связано с поступлением в вузы и какие-то другие моменты бывают, что там нуждаются в лечении, естественно, решение принимается негайно, можно так сказать. А если у них просрочка вот этого месячного срока, штрафные санкции нет? Нет, абсолютно. Такой категории лиц, которые и так, ну, как бы вынуждены были, да, в силу этих обстоятельств покинуть территорию, никакие штрафные санкции не применяются, тем более где. Я еще хотела спросить, вы говорили, что массовые переселенцы оформляют загранпаспорта. А есть информация, куда уезжают? Ну, вы знаете, это право гражданина, куда уехать. Естественно, мы не уполномочены отслеживать еще такие процессы. Или у вас есть остановка? Мы даже так рассмешили немножко. Естественно, они получают паспорта. И это опять-таки право их на получение, как и любого другого гражданина. Куда они выезжают, это только они знают, куда они хотят ехать. Сегодня они хотят ехать отдыхать, завтра еще куда-то. Ну, я знаю, может, к родственникам куда-то уезжают. Естественно, оформление паспорта для выезда за границу, там называется, оно предполагает такой же процесс, как и для всех. И с какой целью эти люди оформляют эти документы, мы же тоже не спрашиваем. Это их право, которое они могут реализовать, например, получить еще документы. У меня можно такой завершающий вопрос. Насколько увеличилась на ваше подразделение нагрузка по сравнению с мирным периодом? И, ну, если есть какие-то цифры, ну, для сравнения хотя бы. Ну, цифры я не назову вам. Это надо было просто проводить аналитику, какой-то анализ делать. Очень сильно действительно нагрузка втрое, можно так вот если обобщить, втрое увеличилась. С учетом того, что у нас штат сотрудников небольшой. И есть специалисты,
специально выделенные люди, которые вот, ответственны, которые работают именно с этим направлением граждан, обращающихся в подразделения. Но нагрузка очень большая, потому что она требует еще специального подхода, изучения документов, выяснения, может быть, каких-то обстоятельств. Сбор материалов. Сбор документов, которые имеют значение для принятия решений. То есть вот на это уходит больше времени. Ну, стараются охватить в рамках, так сказать, рабочего дня то, что я видела, да, вот по нескольким районам практически при мне. Это было 200 человек вот таких обращений, 150. Естественно, в день. 200. Один человек у нас на приеме, да. Ну, бывает, помогают, там кто-то освобождается, может быть, с другого участка, как-то пытаются это все быстро принять, сосредоточить людей, потому что люди тоже, ну, как бы, у них свои вопросы есть, они, как правило, бывают нервные там, и каких-то моментов под впечатлением. Ну, за день вот 200-150 человек принимаются. Все даже, вот был недавно случай, когда позвонили на горячую линию, у нас как бы проблематичный район, это Харьковский, не потому что там не принимают людей, а потому что удаленность населенных пунктов. И вот социальная служба находится в городе, а подразделение в Ерефе, там, где вот по справкам проставляют эту информацию. Естественно, ну, граждане сюда обращаются, потом едут уже в подразделение непосредственно. И время это, и поездка. Но это как бы вынужденно, никто же не перенесет и не соединит эти две службы. Просто удаленность. Вот с этим были проблемы, но позвонили нам тоже люди эти на горячую линию, мы быстро скорректировали ситуацию. И всех приняли, те, которые были там на приеме, всех приняли, успели, вплоть до того, что усилили, как бы, допустим, два человека и быстрее прием. Один проверял документы, другой, допустим, проставлял, то есть вот распределили обязанности, таким образом организовали, что быстренько до обеда, даже до часу дня, вот таких 100 с чем-то человек уже были приняты. Скажите, а если не форс-мажор, а обычный режим, в порядке очереди вы обслуживаете людей? Нет, эти люди обслуживаются вне каких-либо других процессов. То есть, я же опять повторюсь, выделен человек специально, который занимается только этим процессом. Естественно, один человек, и поэтому, может быть, дольше по времени, да, происходит обслуживание. Когда есть кто-то в помощь, тогда быстрее, конечно. Еще один коротенький вопрос. Опять про ДНР? Нет. Вы говорили, что больше всего переселенцев в Московском и Вышинском районе. Это те, которые зарегистрированы официально на временное проживание, где же площадь купили. Вы знаете, я думаю, что эти процессы связаны с тем, что там жилье, ну, как мы называем, да, в обиходе, спальные районы. Может быть, там больше людей снимают жилье. Может быть, они там расселены, так вот, сгруппированы. Не могу сказать, вот как-то ответить. Но мы наблюдаем процесс, что именно с этих районов, как вот, густонаселенных, больше людей обращаются. На временное проживание или на постоянное? И на временное, и на постоянное. Ага, да, у кого какая возможность? Все, да. Спасибо большое, да, что пришли, ответили. Вот и хорошо. Мне не на камеру, чтобы вас не смущать вопрос. Если месяц, а то и два длится проверка, а потом что люди не в очереди пропускают, то сколько же тогда просто человек паспорт получает? Вместо всего очереди. А по какому вопросу обратился? Что вы имеете в виду? Ну, просто человек пришел паспорт восстановить. Месячный срок предусмотрен. Месячный срок. Не, если просто житель Харькова... Это для всех срок одинаковый. Если есть возможность, там человек может обратиться и раньше, если надо ему оформить, если все как бы уже будет собрано воедино, и есть возможность.